перевернется, ты потонешь, либо бедоносец тебя куда-то завезет. Они должны ужаснуться, я хочу их заставить. Да, вот в Нигерии 60 человек в результате теракта. Ну, президент Нигерии такой же пиздобол, как Вова, да, рассказывал, что Боко Харам они к Новому году победят. Победили. Да. Не сильно победились. А, 78 человек еще ранены, да? Эх, нифига себе. Иран отмечает годовщину революции. Ну, там вообще там полный аншлаг, все бегают, плакаты носят «Смерть Америке», «Смерть Израилю». В общем, все как положено. Иран готовится к войне. А Вова Путин в друзьях у Ирана, который готовится к войне со всем миром. Ну, молодец. И вот тут еще интересно, обрати внимание, нам говорят, что тут евреи вещают. Тут евреев нет вообще-то. Да, тут, может быть, не все русские, но евреев нет. А вот даже российское телевидение, представитель в Иране и тот еврей, ты можешь представить. Ну, это вообще безумие. То есть, Иран, который ненавидит Израиль, ненавидит евреев, там представить. Даже Советский Союз послом фашистской Германии евреи держал до 1937 года, до апреля. Потому что потом нужно было решать вопросы, ну, там, подписывать всякие эти... Соглашение. Да. Соглашение, пакты и так далее. Поэтому до апреля был еврей. То есть, ну, провоцировали, когда плохие слова там говорили, писали эти стихи про фашистов и так далее. И вот, а в 37-м все, поменяли, и уже был, ну, разные национальности, там, вот, Деканозов, в частности, называют евреем, он не еврей, он грузин вообще-то, то он Деканозашвили, там не выговоришь, ну, в общем, в любом случае. А здесь, видишь, на телевидении никакой другой национальности не нашлось для Ирана, и это не только, вот посмотрите, любой, кто вещает откуда-то, причем это любители, все любители Путина, громадные любители, и как-то... Не надо, наверное, такие вещи сестре этой, как антисемитки. Да, антисемитки, да. Как родитель покойный анекдот рассказывал, да, любил очень. Дорогая сестра Ванюша, письмо, в котором ты просишь денег, я не получал. Так что вот эта сестра Ванюша пусть тоже, блядь, там немножко голову проветрит. Там что-то у нее застой какой-то. МИД РФ. Лавров встретился с Магинелли, Керри, Иван И. Душ встреча.